Город Грозный – это жемчужина Северного Кавказа. На данный момент этот прекрасный город не имеет собственной сети метро, однако в будущем, учитывая стремительное развитие столицы Чеченской Республики Ичкерия, метрополитен мог бы стать фундаментом для превращения города в миллионник. Данное видео является художественной фантазией канала Metro Dreamers и повествует о возможной трассировке первой из трех линий задуманного метро. Линия начнется со станции «Южная» и пройдет через центр города, соединив самые отдаленные районы столицы друг с другом. Трассировка линии, а также расположение станций подразумевают развитие пристанционных участков. Строительство высотных массивов, торговых центров, мест культуры и отдыха, а также транспортных узлов превратит данную линию в главную транспортную артерию столицы. Название станций на данном этапе предлагается связать с названиями прилегающих улиц и достопримечательностей, великих деятелей и культурных связей, которыми богата чеченская земля. Центр Грозного – это одно из чудес современного градостроительства. Мечеть сердца Чечни является поистине уникальным сооружением с архитектурной точки зрения, которое может дать название прилегающей станции и тем самым обозначить центр не только столицы, но и всей республики. Продвигаясь на север, мы подходим к станции Ташкентской. Данное название предлагается для отображения многолетней дружбы чеченского и узбекского народов. Она будет представлять международные связи республики, а также ту поддержку, которую народы оказывали друг другу во времена репрессий и трудностей. Более того, ташкентский метрополитен по праву считается одним из самых красивых в мире, и хотелось бы видеть участие узбекских архитекторов в проектировании метро Грозного. Далее, по задумке, линия продолжается на север и, учитывая возможности современности, может выйти на эстакаду, тем самым превратив первую линию в надземно-подземное транспортное решение. Северные районы Грозного непременно будут развиваться, и метро предоставит пассажирам быстрый, удобный и живописный способ добраться до пункта назначения. Данное видео – это всего лишь художественная фантазия. Если бы вы хотели видеть ее продолжение, то обязательно подпишитесь на наш канал и разошлите это видео своим друзьям, которые интересуются транспортным дизайном, урбанистикой и развитием Грозного.